Конкурсный просмотр городского конкурса художественного творчества «Ступени» уже не первый год проходит на базе Центра дополнительного образования детей и молодежи. На суд музыкального жюри пристали воспитанники самых разных учебных заведений города со своей харизмой и своей изюминкой. Организаторы, в числе которых отдел образования, спорта и туризма Брестского горосполкома и Центр дополнительного образования детей и молодежи города Бреста, постарались, чтобы все участники были в равных условиях. Жюри предстоит сложный выбор, ведь победители конкурсного отбора блеснут своими талантами на итоговом гала-концерте. Все начинается с детства. И я думаю, то, что ребята, девчонки готовы выступать, уже здорово. Значит, преподаватели работают, дети, потому что много зависит от педагогов. Но много вопросов, потому что это конкурс. На конкурсе не всегда дети показывают то, что могут, потому что волнуются. Но это часть, скажем, творчества, и часть, значит, работы артиста тоже умеет собраться. Поэтому все качества смотрим, конечно. Интересно, потому что это работа, потому что детки пытаются что-то делать, и вообще потому что это дети. Городской конкурс художественного творчества «Ступени» проводится ежегодно в рамках республиканского конкурса «Молодые таланты Беларуси». Основная цель музыкального состязания – поддержка творческого потенциала талантливых детей и молодежи города в различных видах художественной деятельности. Конкурсный отбор осуществляется по основным критериям, таким как чистота и выразительность исполнения, сценическое мастерство и качество фонограммы, а также артистизм и соответствие возраста юных исполнителей их репертуару. Участники отбора уверены, что такие конкурсы помогают в дальнейшем развитии, учат держаться на сцене и быть уверенным в себе. Много всяких конкурсов, много где на концертах участвую. В таких конкурсах тоже, как на «Золотой петушке», тоже вот это вот я выступал, неоднократно выступал и с танцами, и с пением. Просто я пою с детства, то есть я пою с 2 лет. То есть ты дальше хочешь связать свою карьеру с музыкой? Да. Я занимаюсь уже 3 года. Ну, мне очень нравится заниматься, так как, ну, музыка – это, можно сказать, моя жизнь, я живу этим. Это такой драйв, ну, мне это очень нравится. Финалисты конкурса художественного творчества «Ступени» приглашаются для участия в гала-концертах, а также принимают самое активное участие в городских и республиканских акциях и концертах. Организаторы проекта видят своей задачей не просто приобщение юных дарований к лучшим образцам белорусского и мирового художественного творчества, но и развитие у них чувства музыкального вкуса. С каждым годом количество желающих принять участие не уменьшается, а это значит, что на берестейской эстраде будут появляться новые таланты.